Айнанич, здравствуйте. Сегодня у нас в студии представительница чукотского народа, великолепная, прекрасная Лилия Слапова. Добрый день. Здравствуйте. Еттек тунгатуры. Мурук на мир от неуханет. Как вам удалось сохранить язык? Ведь столько ассимиляции, да, было, давления возможного какого-то было. Но все равно же язык, культура, вы молодая, вы сохранили, вы разговариваете на своем родном языке, вы сохранили свою культуру. От кого это передается, как передается и как удалось сохранить? Во-первых, я родилась в стойбище, где вокруг очень много и все абсолютно говорили на чукотском языке, на чаучевенском языке, диалекте. Это все с детства, потом в школу пошла, а все равно общалась с родителями, со сверстниками на родном языке. Закончила школу, у меня старики кругом одни, чукчи были всегда, я слышала эту речь и говорила с ними на чукотском диалекте именно. Ну, и он не забывается, потому что я стараюсь общаться с земляками на родном языке при первой возможности. И очень много сама себе наговариваю текстов на родном языке, как бы сама с собой общаюсь иногда. Ну, когда надо писать что-то, то я наговариваю на родном языке. И часто общаемся с родственниками по телефону, конечно же, общаюсь, стараюсь говорить только на родном языке. И поэтому и сохранился, поэтому я помню, поэтому я говорю. Но это и есть определенный труд. Надо трудиться, чтобы не забыть. Проще на русском разговаривать, чем надо трудиться, Это труд. Очень большой труд, я считаю. Вы, кроме того, что работаете, преподаете у себя там на родине, вы еще и учитесь у нас в Арктическом институте, уже заканчиваете. Да, в этом году. Да, в этом году уже заканчиваете очень успешно. Вы все эти 5 лет отучились. И, естественно, после окончания института, наверное, у вас какие-то планы есть, да, продолжение деятельности уже своей отдельной? Конечно, мы заканчиваем эту учебу в этом году. Вот прям 23 марта у нас будет защита. И обещали 3 апреля вручить дипломы. И я очень надеюсь и в дальнейшем заниматься этнографии, например, там каким-нибудь исследованием, сохранением всех этих наших традиций, пока живы наши старики, надо записывать их. Записывать, писать, рисовать, на видео записывать, фотографировать, все, потому что за стариками угнаться надо сейчас, пока они есть, и беречь их. Я не знаю, как их лелеять, потому что это наши самые крайние носители нашей культуры. А потом мы останемся, которые уже до нас достигла, уже в 70-х годах мы уже учились в интернатах, и уже большую часть времени мы жили в интернатах, общались с родителями только на каникулах. Но все равно, если человек сильно захочет, у него будет какое-то жгучее желание сохранить свою культуру и народ, и язык свой, и свою идентичность доказать, он все равно будет сохранять и будет пробовать учить других и звать, чтобы помогли сохранить нашу культуру. А когда нету желания, тебя захватила новая цивилизация, уже надо, не знаю, как идеологию, не знаю, как это менять надо человека, вообще мышление полностью менять. Сейчас в 21 веке все нацелены только на быструю какую-то, например, прибыль. Конечно, без денег никак нельзя не прожить, тем более сейчас. Молодежь бежит быстрее туда, где много денег платят, где условия хорошие, где тепло и где вода есть. Надо все равно как-то пытаюсь. Надо чувствовать себя настоящим человеком. Да. Настоящими людьми. Лаура Ветланами. Да. А как парня Чукчу зовут? Как мы его назовем? Это пускай будет. Мы назовем его
это будет у нас быстрый. Иначе. Бегун. Знаете, почему бегун? Угу. У нас бегуны всегда завязывали пайвах ачауты. Это именно вместе вот где икры подвязываем. Завязывают перед бегами. Зимой же бегают по целине, да и летом тоже. Чтоб снег не попадал или нет, что? Когда очень, у нас же расстояние длинные бегают, очень длинные, там может быть и 30 километров бежать, бегут, и больше даже, особенно на этих соревнованиях, на рачонгар, чтоб икры не сводило, бежать легче. Судорогой не сводило, да, икры вот этими пайвахачавты завязывают именно здесь. А бегуны у нас почему? У нас очень много, в основном все оленеводы у нас быстрые и бегуны. Их поселковские никогда обычно, конечно, были быстрые поселковские спортсмены. У нас как бы всю жизнь олень воспитывает человека. Угу. Не человек оленя воспитывает, мы зависим от оленя. Олень наш вечный везде командир. Он нас учит быть сильным, быстрым, выносливым. Поэтому у нас все пастухи быстро бегают. А одежда у бегуна и у оленеводов обычно летом, демисезонное время, оно не такое сильное, прям сильно шерстяное такое. У нас демисезонная одежда, она же шьется из старых, из дымленой шкуры. Или когда состарится одежда, которая была теплая раньше, шерсть когда слезла, она становится сначала демисезонной, а потом, когда она совсем становится лысой, прям внутри кожи, только кожа внутри и сверху, получается летняя одежда. Вариант. Как говорится, все, что состарилось, все, что не страшно замочить во время дождя или во время перехода через речки, не страшно испортить, но это можно использовать как летнюю одежду. А еще же летнюю одежду мы шьем из продымленной шкуры оленя, которую мы снимаем из самого дома нашего с Яранги. Нигде в мире, ни у кого, кстати, я спрашивала, даже задавала вопрос по этому поводу в Питере, когда была, у детей спрашиваю, у вас из вашего дома из кирпича или из дерева, или из части избы, можно ли сделать какую-нибудь одежду? Они говорят, нет, только лапти, там из березовой коры, там что-то можно сделать. Они говорят, у нас нет. Они стоят и думают. Я говорю, не думайте, все равно никогда не угадайте. У нас жилище же Легеран, Яранг. Это покрытие из шкур оленя. Когда дымленная шкура становится более такой темной, шоколадной, вот как, например, здесь на Подоле, вот как раз это внутренняя часть Яранги. Это дымленка. Это сажа, все, дым, он пропитал его. А вот эта вот часть, это как раз где была шкура, шерсть, шерсть. Дом разобрали, мама говорит, надо, раз разобрали дом, надо скочевать. Я говорю, уже современно, вот в 80-х, 90-х годах. И она говорит, надо кочевать. Я говорю, как далеко мы кочевать будем? Она говорит, вон туда, метров на 5 в сторону. Да мы так кочевали. Переносим это, всю утварь, этот каркас перенесли. Снова новый дом построили, а эти две половинки на земле лежат. Там, например, я с сестрой или еще кто-то, снимаем шкуру, дымленную вот такую шкуру. Конечно, взамен мы должны новую поставить. И получается, мы за один день делаем три полезных дела. Мы снимаем шкуру на ремонт и реставрацию старой летней одежды или на новые штаны, переносим дом на новое место, еще дырку эту большую, новую шкуру пришиваем. Три. Для новую одежду шьем из старой шкуры. Делаем косметический ремонт дома. И еще мы как бы делаем новоселье. На новое место перешли. Три в одном за один день. Нигде ни у кого, наверное, такого нету. Да? Но это народная мудрость такая. Вот мама же учила таким образом вас, маленьких, молоденьких совсем. И вы так и будете кочевать. Да. Она говорила, что вы будете так же кочевать. Кочевать будем, хоть вот почти оседлый образ жизни вели, она говорит, кочуем.
кочевали. Надо осенью с рыбалки, например, пришли тундру, где яранга стоит, место. Да? А то место, которое было весной, уже пока она не поставит там ярангу. Мы там уже были, немножко в сторону там поставили. Это осенью. На свежее место. Да, всегда на свежее место. Перед каждым любым праздником надо кочевать. Надо, чтобы свежее место было, чтобы новый огонь был. Огонь новый разжигали или переносили со старого места обычно, на новое? Когда с одного места на другое, даже когда мы кочевали в тундре уже еще по-настоящему, когда передвигались за оленями, то мы, мама всегда говорила, берем уголек с собой, мешочек, где гыр-гырты лежат. Гыр-гырты это, которые огневные доски. Туда мешочек у него, там уголек лежит. Мы с этим угольком скочевали. Новый огонь, когда добывает во время, вот когда пришли, ярангу поставили, и этот уголек уже разжигается на новом месте. А когда мы уже тут просто 5 на 5-10 метров скочевали в сторону, конечно, там уже этот огонь уголек перенесли. Тоже берем, уголек тоже брали. Все равно он же потухает, пока разбираем, собираем дом. Все равно уголек с собой туда брали. Но это часть того огня же. Да, да. Да. И он кочует. Да, он кочует, да, вместе с нами. Очень интересно. Да. И еще вот этот вот у нас, иначе он одет полностью, получается, в дымленную одежду. Это кухлянка. Была раньше теплая, демисезонная кухлянка. Шерсть на ней была вот такая длинная. Сейчас на ней шерсти, конечно, мало совсем. Есть даже места, где вообще, вот видите, просто кожа. И с этой стороны кожа. Это уже летняя кухляночка. Она еще легче становится. То есть она сезон поменяла. Она поменяла уже. Сезон уже стала летней. Новая одежда. Это стало. Каждый год, тогда, например, мы на лето же в мешках летние вещи хранятся. И, например, брату или там сыну надо ехать на литовку, он собирается. Значит, мы ему что делаем? Реставрируем, обновляем одежду. Опять кусок, если шкуры мы сняли с яранги, обновляется всегда рукав. Вот подол новый, видно даже старый кусок. И здесь новый. Это считается новая уже кухлянка. Да, новая. И когда штаны уже, например, дырявые, здесь дырочку зашили, и низ обновляется всегда. Низ. А, и получается, он в новой одежде идет на литовку. А вот этот вот предмет одежды, это называется эйлемган. Это как бы есть несколько вариантов использования в зависимости от погоды, от сезона. Это летний вариант эйлемган. Если его перевести дословно, то это вроде как волчий капюшон. Кто-то его просто называет накомарник, потому что кожаный капюшон, его летом можно просто надеть и спасаться от комаров. Его можно один капюшон надеть без шапки. Во-первых, кожа сохраняет температуру постоянно и прохладного в кожаной одежде летом. В этой одежде и не жарко будет даже в летнюю сильную такую жару. Конечно же, есть летние у нас чуэрит, тарбазики, мужские, коротенькие они, коротенькие, женские, высокие. Вот шапки вот такие, тоже из дымленной шкуры. Дымленная шкура. Вот это тоже даже из дымленной шкуры сделано. Есть такой вот эйлемган, только уже с шерстью внутри и побольше размером у него перед, вперед идет. Утепленный. И сзади тоже спина ниже до поясницы. Как раз эту утепленную вот этот вот эйлемган, этот как раз с собой берет мужчина во время перегона летнего. И этот эйлемган служит еще, когда идет сильный дождь, он же копченой стороной наверх используется. А когда сильно копченая шкура, прямо черная-черная, как вот видите кусок, такая шкура, даже такой кусок кожи в предмете одежды, она воду не пропускает. И вот этот вот шерстяной эйлемган он будет использовать как дождевик во время дневного дежурства, там на вечер, ночной. Ничего не пробьет. Не пробьет. Еще он его использует, когда
Он может спать на нем, как постель. Он может постелить, так как он влагу не пропускает. Он же ветки стелит. Потом Илимган, когда он на дежурстве полежать, поспать, он может этот Илимган постелить и спать на нем. И его земля не даст ему холод, не дойдет до человека. Вот такое практичное использование вот этого предмета одежды. Ну, конечно же, тут перчатки сделаны, конечно, из белой замши, белой шкуры, не дымленной, просто обычная шкура, выделанная и оставленная белым, не крашенная и не дымленная. Нарядные перчатки. Да, да. Но на лето мы тоже даем с собой оленеводам на литовку вот такие вот перчатки. И вот на столе целая семья получается. Целая семья, да. Угу. Целая это... семья. Угу. Это мои куклы, угу. Моя охрана, можно сказать. Они со мной везде летают, на выставках. Там в Питере было, они со мной были. Вот этот вот мужчина, угу. Он даже лицом, мне кто-то сказал, он очень похож на моего отца. Хотя я сама делала это лицо с полимерной глины, но я не имела в виду именно, что я отца делаю. Но мне кто-то на выставке из наших родственников говорит, на тату похож, на Аймака. Значит, это у меня Аймак, это мой отец. И он как раз тоже одет вот в этот вот такой летний костюм, только, правда, на нем нет сейчас Эйлемган, надо его просто ему было надеть. Конечно же, у него есть штаны летние, вот они тоже у него паюах ачауте, есть на нем тоже обувь летняя, чуверит. Конечно же, у него здесь ремень, пояс, и вот как здесь вот мешочек для точильного камня, и как у настоящего мужчины у него есть такой нож, прямо он настоящий мужчина. На всякий случай ножка. Тоже на правом да, бедре носит, да, как да. Наши оленеводы, да? Да. Угу. Да. Вот тут тоже, правда, там ножа нету. Да, тоже вот. На правом бедре. Это у нас мужчина. Это тоже из дымленной шкуры сделана кухлянка. И выкройки у всех наших кухлянок, что у мужских, что у женских, очень сильно отличается. Даже верхняя кухлянка, крой один, например, да, внутренняя, ну, которая внутри носится, крой другой совсем. У вот таких вот летних тоже прям они очень сильно отличаются. Вот такой вот у нас аймак. 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 На ивенском языке аймакан – это хорошо. Аймак. А с фамилия хорошая – аймак. Аймакан. Ага. Это моя бабушка. Вот. Моя подружка, моя это, у нее даже бусы из кости, они даже круче, чем мои. Женщины у нас ходят и одевают вообще комбинезоны. И тут у меня бабушка как раз одетая, она у меня в комбинезон, и она вот в летних торбазах. Из дымленной шкуры. У нас летом мы ходим в летних торбазах из дымленной шкуры. Зимой, конечно, у нас теплые торбазики с чижами, а летом одинарные, прям эти крепят мы носим шерстью вовнутрь. На ней сейчас комбинезон такой повседневный. Ну, как бы, знаете, повседневный, он потом постепенно шерсть стирается, и она становится, это тоже комбинезон, становится летним. Зимой мы носим двойные комбинезоны для тепла. Внутри шерсти много, богатая шкура шерстью, и еще верхний комбинезон. А летом уже полегче и старые комбинезоны на лето, то есть женщины носят. Дети, конечно, тоже носят и носили комбинезоны. Зимой двойные комбинезоны, теплые, а летом старые. Я в старом комбинезоне летом ходила. До такой степени разносим, что потом к осени он наш весь черный становится, потому что у нас другой одежды не было. И в рыбе, и в
чем только она, не мокнем, и сушим, и, короче, кроме как нашей меховой одежды, у нас ничего не было. Потом, когда появились уже наши магазины, фактории, как раньше их называли, уже появилась современная одежда. Вот здесь вот тоже есть мужчина, но он такой весь на шарнирах, потому что он подразумевался для этого кукольного театра. Он должен был, он поющий человек, у него еще должен быть музыкальный инструмент. И тут у него такой палец, он показывает. Вижу большой палец у него. Да. Все, окей. Окей. Ага. Тут у него есть, ну, момент тоже, это у него кухлянка летняя. Ну, а здесь уже меховые штаны у него. Да, у него здесь меховые штаны, и тут он, у него ножки, он должен танцевать. Торбаза у него какие красивые. У него торбазики. Это уже зимний такой вариант. Штаны мужчины верхние, вот такие меховые и короткие. Короткие, кстати, торбаза. Наши мужчины носят именно тогда, когда перед дальней дорогой. Короткие торбазики, они шнуруются только вот здесь внизу. В обычное время, в повседневной жизни, обувь у нас высокая, у мужчин и женщин в коленном, вот здесь, где коленный сустав, здесь там шнуровка. Затягивается, да. На длинную дистанцию, на длинные эти кочевки, там просто съездить 300 километров на оленях, он носит только короткие, чтобы тепло сильно не сильно затягивалось вот эта шнуровка, все тело, чтобы кровь могла свободно циркулировать по телу, поэтому придумали, что на короткие дистанции можно высокие носить, а на длинные только люллет, их так называют люллет, эти торбазики. Вот, это у нас. А тут у меня есть еще один будет человек, еще внутри будет меховая одежда. Это вот как раз самая крайняя кухлянка, вот эта, она одевается как раз во время дальних переходов. Почему я говорю всегда, что моя одежда – мой дом? Я, потому что в моей одежде могу спокойно заночевать в тундре, особенно зимой, когда на тебе много слоев меховой одежды. И в нашей одежде можно запросто заночевать в тундре. И вот это самая крайняя кухлянка, которую мужчина одевает, когда ночует где-то в дороге между стойбищами. Это называется эйлямган, айн с капюшоном. Например, сидишь, шьешь и вспоминаешь кого-нибудь, если ты помнишь мелодию, да, кто-то в голову вдруг приходит, вспоминаешь человека, и потихоньку шьешь и поешь песни. А чаще кого вы вспоминаете, чью песню поете, когда шьете? Что-то больше, наверное, свою. Ну, иногда бывает, что кого-нибудь вспомнишь и... И вспоминаешь, например, там дедушку какого-нибудь там, или детей вспоминаешь, потому что у детей, например, у моего старшего сына, например, имя деда, да, и я вспоминаю этого деда. Я же его видела, этого деда. И, конечно, я вспоминаю его песни, и сына вспоминаю, и песню дедушки пою, например, да, и шью. Песня дедушки, имя которого носит сын, она может перейти к сыну? Ну, конечно, мы же ему поем эту песню, и он уже знает, что это уже его личное, она передается. Ну, получается, что да, что он же, например, открыт, значит, и если он будет, у него есть память хорошая, то он будет эту песню петь. То есть это его наследство духовное. Ну да. Спасибо большое, Лилия. Мне было так приятно с вами встретиться. Вот так вот сидела бы и слушала бы истории ваши, рассказы. И благодаря вам о Чукчах Камчатки узнают у нас в республике. Потому что всегда интересно о сородичах услышать, пообщаться, посмотреть и узнать что-то новое для себя. И это не как у нас.
Уважаемые телезрители, у нас сегодня в студии была Лилия Слапова, чукчанка из Камчатки, которая рассказала нам великолепные истории про свой красивый, смелый, яркий и быстрый народ. Оставайтесь с нами. Аймакань.